Аву, вот в самые кратчайшие сроки вообще. Сейчас просто видишь новые релизы, поэтому с МГС. Я не смогу найти, где скрывается пингвин, если не достану сим-карту из рации. Так, сим-карта из рации. Замечательно. Какая-то штука стоит. Сейчас мы проверим все. Так, это что у нас такое? Использовать. Бэтмен, я должен в это поверить. Так уж вышло, что я не верю в летучих мышей. Теперь нужно найти вторую переносную станцию, тогда я смогу понять, где он находится. Найти вторую сим-карту для определения местонахождения пингвина. Так. Так, вторая станция. Мистер Камблтон, я клянусь, это была банда. Он бросил Рикки с крыши клок-тауэра прямо в Крисмас. Я не знаю, что вы думаете, если вы не в курсе. Надо сказать, что они пока не в курсе. Потому что Бэтмен, да даже Гордон не в курсе еще. Так, как это все-таки приквел. Так. Оп, ящик с данными. Да? Давайте посмотрим, что это такое. Взять блок данных Enigma. Компромат найден. Один из десяти. Носитель зашифрованные данные. Похоже, это лишь часть из набора. Если я соберу достаточно таких, смогу прочитать файл. Хорошо. Я тебя понял. Промышленный район. Так, здесь что? Какие-то парни снова что-то делают. Ребят, игра выполнена совершенно на том же графическом движке, на котором была выполнена первая часть, и, соответственно, и Arkham City, и Harley Quinn's Revenge, поэтому, ну, я не знаю, спорить там о графике, это же... Просто настолько детали там, может быть, там было что-то лучше, может быть, здесь они что-то подкрутили. Беда современных консолей седьмого поколения в том, что у них очень мало памяти для фреймбуфера, но... ПК-версия, наверное, все замечательно, там DX11, все дела. Но я стримлю с консоли, мне так проще. Давайте на этом, наверное, закроем вопрос графики уже на сегодня. Не, ребят, мультиплеера сейчас не будет, потому что, во-первых, надо подготовиться, мультиплеер постримим в выходные, там... Вместе с ребятами. У нас множество звонков. Так, где-то еще одно преступление. Ну-ка, пойдемте-ка. 29 метров в том направлении. О, там их хорош вообще. Вот это да. Вот там их немало, ребят. Там придется помахать лапами-то. Да, тут, короче... Ой, там нож. Там снова ножик. Может быть, ударил-отошел в таком случае? Да, давайте, наверное, ударил-отошел, потому что что-то их там прям очень дофига. По крайней мере, с тем, у которого нож. Не лезем в кучу, не лезем. Там... Не лезем в кучу, там их немало вообще. По щам получил. Так, зачем в кучу полез опять? Ну-ка, отойди. Назад, назад, назад.
уходим. Ой, блин, последний удар остался. Нет, два последних удара. Блин, очень их много, прям вообще. Да, вот это, конечно. Одна ошибка и ГГ. Один валялся, не добил. Ну ладно, было очень опасно. Да ладно, блин. Вот не доконтролил-то. Да с ножом долго проковырялся с этим, обидно. Обидно. What, the party's already over? But I was just getting warmed up. Долго от него терпел. Надо было вот пытаться все-таки через плащ играть. Так, ну сейчас мы окажемся снова на сейф-споте. Пойдемте. Так, давайте вкачаем левел. И поехали дальше. Дим, привет. Ну, это Бэтмен, у него рейтинг другой. Нет, крови, кишков, расчлененки. Так, я предлагаю начать, наверное, уже... Хотя нет, давайте все-таки эту броню. Так, решающий удар в ходе от клинка. Отталкивайте технику защиты завершающим ударом. Отклонение от клинка. Пам-пам-пам. Так, третий уровень. Наверное, уже имеет смысл дальше вот эту ветку открывать. Все, пойдем. Нам наверх. Ожидается новое задание. Так. У нас очередное преступление в том же месте, да? Ну ладно, опыт лишним не бывает. Давайте попробуем, заодно попрактикуемся. 37 метров в том направлении. Так. Залезем на трубу, посмотрим. А, это же те же самые ребята, да. Давайте, полетели. Так.
Вот здесь будем аккуратнее просто. Там парень с ножом, в общем, с ним надо быть пожестче. Так как уже один раз от него затерпели. Так, где-то там. Покатим, покатим, ничего страшного. Просто кайт и все. Назад. Назад, назад, назад. Назад, вперед. Куда угодно, только не на них. Так, иди сюда. Этого на контрудар ловим. Снова кайт. Просто кайтим и все. Ну... Плащ юзать. Да, плащ юзать, но, честно говоря, по времени. Вот надо дезориент повесить вот на этого. Ох, я повесил дезориент. Сейчас на меня повесит. Так, ребят, пока их слишком много. Надо прорядить их ряды, потом вешать уже дезориент на того, кто с клинком. Там их двое причем. Вот это вот невыгодно было. Так, мы вроде вырубили ножевщика. А, нет, да-да-да-да-да. Нож валяется просто на полу. Все, надо не дать им взять его. Работаем по толпе уже. Да как же так-то? Я же жал, что за бред? Так, нет. Опять проигрываю. Опять я проигрываю. Блин. Нет, это привет, короче. Опять я затерпел от парня с ножом. Очень плохо. И опять на последних хп, как всегда, начинает что-то контролить. Да нет, это привет. Там их целая гора. Как у диагонали игры. Не знаю, стандартный монитор, 27 дюймов. I didn't think it would be this easy. Oh well, live and learn. Да там не до батаранга, не успеешь ничего сделать, надо через плащ играть. Нет, ребят, сложность максимальная, поэтому здесь надо поаккуратнее. Хочу пройти этот преступление, сейчас пройдем. Там чуть-чуть не до контроля его прям видно. А Вулда, спасибо, я знаю, что треугольник дымовая. Не успел просто бросить. Ну, убили меня, когда бросал. Русской озвучки нет, нету, к сожалению. Так, промышленный район, да, там же месте. Так, вот те ребята. Левел уже вкачали, между прочим. Давайте поговорим с этими, потом снова будут те, скорее всего. Они просто берут числом, их очень много. В толпе драться не особо удобно. Вышло. Что ж вы такие жирные-то, я не пойму. Я сам тушу 91 килограмм, но вы-то что такие толстые? Харди, они всегда такими были. 1750.
парней с оружием кидает батаранг, на время успокаивает, хорошо. Когда лежит со звездочкой, можно добить, да, ребят, спасибо, я знаю. Очень важный совет по игровой механике. Стараюсь добивать, но вот видите, иногда ловит на контратаке. Вот, например, как сейчас. Добили. Так, ну это еще плюс 1700 минимум. 1250, 1500 и того. Так, давайте следующую симку найдем. Найдем следующую сим-карту. Нет, Бэтмен 91. Я, нет, я не 91 еще. Я про Бэтмена говорю. Про Брюс Уэйна, за словом. Добивание в планировании сразу прокачаем. Ну, как сейчас будет возможность прокачать взять. Так, ребят, вот их гнездо. Преступное. Ой, там с пушкой. Давайте, а они оба с пушками. Так, я постался, смогу их убить, интересно? Наверное. Давайте с этого начнем. Да, вот он очередь-то всадил, вообще молодец. Четкий парень. Вообще просто. Просто умница. Профессионально. Профессионально всадил в меня. Там еще есть. Надо сим-карточку найти. Вот сим-карта здесь, там еще один входит. Так, сначала перебьем, потом найдем. Он в этом, скорее всего, в этом устройстве связи находится. Так, ну... Забираем девайс. И используем дешифратор. Активный перехват включен. Важные передачи на этом месте будут отслеживаться. Хорошо. Значит так, всем внимание. После происшествия в Джезебел Плаза мне придется отменить ежегодные бои в бойлерной. Так что, чтобы вы знали, их не будет. На борту Final Offer. Вот вы где. Так, Final Offer. Найдите вторую сим-карту для определения местонахождения не выполнено. Пингвин скрывается на старом корабле, неудивительно, что его тяжело найти. Проникните на лайнер Final Offer. А лайнер находится у нас вот, вот где-то там. Прямо-прямо по курсу. Полетели. Опять преступление нам зачтут. Где они? Нет, никого нет. Окей, ладно. Да вон они. Супостаты. Нас не видно. Так. Че, они не разойдутся? Ребята-то. Опять набежала. Ладно, хорошо. Ну,
Ох, двоих-то сразу. Что ж ты? Неаккуратно как. Не добил. Добить, добить. Добить, я сказал. Что ж такое, ты ёкарный пылесос, что ты не добываешь-то? Как так-то? Так, Бэтмен, давай сотрудничать. Я нажимаю треугольник, ты добивай. Я все делаю правильно. Наверное. Просто раздражает такой... Да. Короче, понятно, я слупок. Привет, давно стримишь. Карл, привет. Нет, недавно. Ну-ка. If you out of the way, Gotham's mine for the taking. And sooner than I thought. Используйте контрудар против атак противника. Спасибо. Спасибо. Подсказка очень-очень к месту. Кто будет главным злодеем? Да не, не Джокер вроде. Там уже нам представили всех главных злодеев. Злой абсолютно правильно пишет. Тут ГКД на контр. Тут нельзя просто его спамить, ребят. Там тайминг есть по нажатиям. То есть не так, как в предыдущих частях. Просто спамить и его изи вин. Тут немножко все иначе. Так. Я все-таки, наверное, туда пойду. Нарвусь на неприятности. Промышленный район. Но стоит отметить, что персонаж у нас пока не прокачан. Поэтому пока работаем с тем, что есть. Ну, так же, как и в прошлых частях, стик в сторону атаки врага нажимает. Все то же самое. Но контрудар бесконечно спамить не получится. Вот видите, вот, например, сейчас. Сейчас получилось. Дело в том, что когда удар подсвечивается, зачастую уже нажимать его поздно. Надо нажимать немножко до. Также помогает включение умной камеры. Да вот видите, вот, вот ДКДшечка снова прилетела. И вот сейчас. Потому что два раза подряд не контрится. Что такое ГКД? Global Cooldown. Терминология не совсем из Бэтмена, но тем не менее. Не уверен, что это так можно назвать, но... Просто как альтернатива. Я не знаю, как это называется, ребят, но просто есть кулдаун. Не надо его спамить, надо чередовать. Я буду стараться. Я буду стараться чередовать. Совершается преступление, он там внизу. Так.